Так, всем привет. С вами Форт. Форт Кнайт. Так. Ну. Так, что дальше? Программе для МПС добавьте параметр вместо вот. Раза три точно. Везуха, пруха. В принципе, можно было бы его выпить на 50 армора. Посмотрим, что сейчас выпадет. Вот, 50 армора у меня есть. Окей. Так, остается у меня еще один лутспот вот здесь. Там сундука нету. Ну все, можно, в принципе, двигаться. А, палетки. Забыл я палетки пофармить. Конечно, ошибка. Не фармить палетки — это себя не уважать, правильно? Так, ну теперь можно двигаться спокойно, с чистой совестью. Сколько нету, бывает. Интересно. Так, мы посмотрим, что по разлому там. Вроде то там стоит. Возможно, разломы тоже будут. У меня еще патронов маловато на самом деле. На М-ку точно. Две обоймы, считай. Да, разлом есть. Кайф. Извини, друг, мне тебя некуда положить. Некуда просто сунуть этот чак-чак. Так, это чтобы никто их не видел.
закроем их, так сказать, от взора врагов и поедем отсюда. Так, вот здесь чел залез. Ага, вон вижу, типа. Ох, шок. Так, куда вы здесь ключ трансляции в ОБС? В настройках. Настройки трансляции, по-моему, не помню. Бифут, привет. Можно с тобой? Можно в понедельник, в пятницу, брат. В понедельник, в пятницу играем с фолловерами. Ах, можно будет. Можно, можно. Но только с фолловерами играем. Так что надо нажать follow. Первое сегодня. Забыл я альтабнуться. О, парни, все. Попайте друг друга. Нашли. Завод.
Армор пойдет. Еще миники, вообще красота. Так, дайте только пострелять что-нибудь нормально. Я говорю, нормально, а не калаш, ну. Так, один тут тип со мной был точно. Пока я его, правда, не вижу, не слышу. Ты что, шутишь со мной так? Дружочек. Решил меня, он меня решил просто игнорировать. Интересно. Подход с тебя. Проблемы. Пур-пум. Блин, автомат тут, конечно, никакущий. Калаш даже брать не хочу. Пока вот так побегаем.